это такая полноценная победа на 3 очка у Северстали. Дело, что называется, пошло. 6 набранных очков и сразу шаги вверх по турнирной лестнице. Ну и дальше нас ждут Медвежчак, Донбасс, Спартак, команды, которые сейчас выше турнирной иерархии, а значит, нужно забирать их очки и занимать их сегодняшнее место в турнирной таблице. Еще раз смотрим, как забрасывали шайбы, но наша трансляция на этом подходит к своему завершению. Владимир Сентябрев у микрофона, Владимир Басов у режиссерского пульта. Ждем вас послезавтра уже на игре Северсталь-Медвежчак. А сегодня спасибо за внимание и до новой встречи. До новой встречи уже совсем скоро. До свидания.